Не справился с управлением. Это предварительная версия аварии, которая произошла в Рязанском районе. Два автомобиля, легковой Рено и фура Скания, столкнулись между селами Полково и Заборье. Водителю легковушки пережить столкновение не удалось. Шофер фуры рассказал, что ехал из Гуся Железного в сторону Рязани. Вышла мне навстречу боком, ее занесло. И произошло столкновение, удержал машину, чтобы не уйти в кювет. Выскочил, побежал к машине, вот. Но уже здесь люди остановились, вот, и смотрели, и говорят, уже человек погиб. На месте происшествия работают эксперты и сотрудники госавтоинспекции. Им предстоит узнать причину аварии и установить ущерб. А пока сотрудники ГИБДД дали официальный комментарий по ДТП. Около 9 часов утра в Рязанском районе на 51-м километре автодороги Спас-Клепики-Рязань 55-летний житель Рязанской области, управляя автомобилем Рено, по предварительной информации не справился с управлением своего авто, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем «Скания». От полученных травм водитель автомобиля «Рено» скончался на месте аварии. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются. Сотрудники госавтоинспекции напоминают водителям быть внимательными во время поездок по городу и области и соблюдать скоростной режим. Валерий Седов, телекомпания «Город».